Итоговое собеседование по русскому языку девятиклассникам необходимо пройти, чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации. В этом году собеседование состоится 9 февраля. Его участниками станут 40 тысяч юных дончан. По словам исполняющего обязанности министра общего и профессионального образования области Андрея Фатеева, во время испытания будут соблюдены все санитарные требования. Проверка ответов учащихся будет происходить прямо в процессе по системе «зачет-незачет». Всего девятиклассники должны будут выполнить 4 задания. Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий собеседования – 20. Зачет выпускник получает, если набрал хотя бы половину. Для оценивания ответов школьников с ОВЗ и инвалидов введены иные критерии, которые учитывают особенности психофизического развития таких участников. Для учеников, получивших не зачет или пропустивших собеседование, предусмотрены дополнительные сроки сдачи – 9 марта и 16 мая. 15 мая.